Но так как я сразу задумала сделать картину в абстрактной манере, я просто решила ограничить себя в свете. Я взяла всего два цвета. Это ультрамарин и Марс коричневый. В такой акварельной технике наносила их на фактуру. Мокрой тряпочкой это все вычищала. А здесь оставляла. Я поняла, что я не хочу жить вечно. Ни за что. Не знаю. И в своей работе я передала свое ощущение от этого рассказа. Я постаралась представить, что такое бессмертие. Я не смогла это представить. И поэтому для меня это какое-то некое абстрактное понятие. Руфус попал в город бессмертных, нашел реку бессмертия, выпил из нее воды и стал бессмертным. Но потом разочаровался в этом. Все.